Моторадио представляет. Байки про байки и про байкеров от Алексеича. Мото-М. Всем доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Мотор... Слышно, да, Алексеич? Да. Вы слушаете Моторадио. В эфирной студии Алексей Марченко в рамках своей авторской программы «Байки про байки» на нашей интернет-волне. Ну, прежде чем мы начнем, хотелось бы поздравить. Ну, как вы слышали, все, вся мировая общественность, мировые СМИ публикуют материалы. Все поздравляют Алексея Марченко с днем рождения. Пожертвования, переводы денежные, все к нам сюда, на Моторадио, мы что-то передадим Алексеевичу. Алексеевич, поздравляем тебя, будь здоровый и красивый. С прошедшим днем рождения. С прошедшим, да. Ну, сегодня у нас очень близко лично мне тема. Я провел детство на берегу Ладожского озера в пионерском лагере очень давно, когда-то в районе Осиновца. Ну и, собственно, на этом все. И больше я нигде по другим местам Ладожского озера не бывал. А ты как раз только что проделал, собственно, такую кольцевую, такую вот это вот, такое путешествие, такой трип. И об этом сегодня у нас речь и пойдет. Итак, Алексей Марченко, вокруг волшебного Ладожского озера. Прошу. Да, ну, просто это подарок. Сам себе сделал на... день рождения. На день рождения, да. День рождения. Просто приезжают люди там с Краснодара, с Ростова, там, с Сочи и говорят: ой, мы вокруг Ладожского озера поехали. О, вокруг Ладожского озера. И я такой думаю: блин, люди едут с разных концов России, чтобы проехать самое большое озеро в Европе, и считают, что это вот одна из таких вот обязательных маршрутов для мотоциклистов, а я ничего об этом не знаю. Начал спрашивать последние три дня у всех, до кого смог дотянуться, но выяснилось, что... кроме отца Вячеслава, никто мне так и не дал путной информации, потому что никто никуда и не ездил. Потому что, а зачем нам ездить? Мы же тут рядом. Ну, это как в Эрмитаж, что ходить-то? Вот же, да, он, да, 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 русский музей. Кстати, да. Я вот недавно был в Эрмитаже, не зря сходил. Вот, и я думаю, надо съездить, но как бы, чтобы вообще осознанно туда поехать... Очень трудно и скудно в интернете какие-то вещи выяснить, куда, зачем и как и почему. Поэтому пришлось сделать такую экспериментальную поездку не на мотоцикле, а на автомобиле. Вот, чему я был очень рад, потому что тур получился какой-то а-ля паломнический. Потому что места там оказались святыми все. Вот. И очень часто приходилось уходить надолго, на целый день. Бросать мотоцикл просто на улице и даже на парковке платной, по которой ходят все, кому не лень. И будут сразу фотографироваться на мотоцикле и залазить на него. То есть, если ехать на мотоцикле, чисто вот прокатиться... и увидеть эту дорогу. Она вообще там есть? Вот она вообще кольцевая дорога. Да, она настолько крутая вообще. Я был просто поражен. Ну, то есть я думал, после Алтая, в общем, больше, наверное, уже и нет никакого смысла. Или там Джилсу, все остальное это ерунда. Но никогда не думал, что можно поехать на север и увидеть такую живописную, красивую и очень опасную дорогу, на самом деле. И для, по моему классу, это одна из самых опасных дорог. Хотя она не в горах. Вот, по горам проще и безопаснее ездить, чем здесь. Вот, дорога очень извилистая. И есть небольшие горки, и очень много поворотов. И ты, когда выезжаешь... если будет видео... А, уже пошла? Нет, еще сейчас включим, да. Если ты выезжаешь, то ты не понимаешь, куда ты едешь. То есть ты выезжаешь и думаешь, что сейчас прямо, а ты уже на встречке. И навстречу летит машина. То есть, как бы, чтобы туда влететь, это нужен чтобы не влететь, нужен талант и очень четкая внимательность. Но мне давно предупреждали, что... Там очень много падает этих мотоциклистов, а автомобилисты, они всегда поаккуратнее. Когда мотоциклисты ездят на автомобилях, они ездят всегда аккуратнее. Поэтому благодаря этим всяким советам никаких происшествий у меня не было.
И усугубляется все тем, что у тебя или слева, или справа Ладожское озеро с живописными видами. Навстречу еще едут фуры. А еще вот эти вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Причем ты не видишь, что там, куда там дорога уходит, вправо или влево. Там указатель, что сейчас будет поворот налево. Но ты выезжаешь, а он сперва делает направо и только потом поворачивает налево. И ты уже на встречке. Вот. Значит, маршрут проходил. То есть я решил в обратную сторону поехать. Не в сторону Приозерска, а значит, первая остановка была Новая Ладога. В Старой Ладоге я был, и кто запланирует такую поездку, конечно, если не были в Старой Ладоге, лучше съесть в Старую Ладогу. Но я в Старой Ладоге был несколько раз, поэтому поехал в Новую Ладогу. Город основан в 1704 году Петром I, естественно. Город со всех сторон вода. Очень много старых подстроек, которые никто не хочет ремонтировать, похоже. Есть шикарная набережная, но в нее вбетонировали какие-то такой вот корабль «Харьков». Стоит такие два корабля, они такие уже подустали сильно. Прикольно, но как-то вот весь городок такой немножко сонно-грустный такой. Хотя есть этот гостиный двор. Ну, он почему-то не работает. А сколько народу живет? Ну, там что-то совсем немного. Вот я, честно говоря, про народ я как раз не узнал. Но там очень много дачников, похоже, и там все такое. Ну, такой дачное. Сезонники. Ну, в общем, мы там прогулялись и быстренько, значит, еще проехали 100 километров и добрались до этого Ладейного поля. Ну, такой городок, это повеселее чуть-чуть, но мы его быстренько проскочили, нигде не останавливаясь, и тело, и дальше, значит, заехали рядом с Ладейным полем, уже на территории, как бы, Карелии, получается, или Ленинградской области, блин, город Оланец, город основан 1138 году. Но потом 1600 каком-то он стал уже городом, но как поселение. Там речка Макгрегор течет. Есть такой, по-моему, виски или что-то такое. Да, много чего есть. Да, Макгрегор и Алона, значит, река. Они, значит, делают там такой клин. На этом клине была крепость. И территория была и шведской, и финской, и русской. И приграничная территория была. И это была приграничная крепость. Там в 1600 каком-то году построили. И через 40 лет эту крепость деревянную, она просто тупо сгорела. Вот. А городок очень такой симпатичный. Там живет там 3-5 тысяч человек всего. Совсем малюсенькие, но симпатичные. Есть музей. На острове есть церковь замученная, но действующая. Но действующая, да. Причем она на таком островке, такой подвесной мостик какой-то, ну, не подвесной, там утки плавают. И мы подходим, в дверь ломимся. Это говорит: а батюшка ушел 5 минут назад, так что... За грибами. Куда-то. Но там прямо в центре города можно грибы собирать, да. Вот. И после этого, значит, начинается дорога. То есть мы поехали не по той дороге, которая идет на Петрозаводск и по большому кругу, типа а-ля автобан, а поехали вдоль Ладоги. Это узенькая, симпатичная дорожка. Погоди секундочку, вот я перестал понимать. Значит, у нас есть, в моем представлении, есть карта, которую все себе представляют, да? Есть Финский залив, потом узкое место такое, где Петербург, и после него дальше начинается озеро Ладожское, которое как бы больше, что ли, сверху, чем снизу, да? Вот, и ты поехал по какой стороне? Со стороны Петербурга? Со стороны Петрозаводска. То есть выехал из Петербурга в сторону Мурманска. А, вот все, теперь понятно, наверх, вот, на север. Не в сторону Приозерска. Хорошо, так. Вот, и можно по большому кругу, как бы, не доезжая до Приозерска, повернуть на Сортовало. А я как раз вдоль озера. И не доезжая до Оланца, мы повернули на Свирский монастырь. Нам поясняют, что Оланец — это Карелия. Карелия, да. Карелия.
Но в далекие времена это был отдельным городом. Петр Первый там даже лечился, и там завод стоял, сталелитейный какой-то там, то ли чугун лили, то ли еще что-то. Вот. А перед Алансом есть еще Свирский монастырь Александра Свирского, основанный в 1500 году одним из монахов Валаамского монастыря. И чем он знаменит? Что ему всего двум человекам на этой планете приходила Святая Троица, и вот, в общем, на месте этого монастыря он ее как бы увидел. Вот. Долгое время, ну, то есть, во время советского, то есть, после революции... Периода советских, да. Но, кстати, там побывали и белофины после революции. Но потом пришли коммунисты, и настоятеля монастыря расстреляли. Потом там была детская какая-то колония такая, ну, там жили дети-беспризорники. А с 53 года по 2009 год там была психушка. Вот. И, может быть, благодаря этому ничего не разрушилось. То есть там не хранили картофель. И там остались мощи Александра Свирского до сих пор. Их можно посмотреть. Их уносят в Зимний. Там монастырь разбит на две части. Там Зимний собор есть и такой, и Летний. Вот сейчас он лежит в Летнем. А 15 сентября его отвезут обратно в теплый собор, и он, значит, на него можно посмотреть. Две раки, как бы. Место потрясающе красивое, на самом деле. И такой он зелено-белых тонах. Мы там поели, встретили байкеров, которые уже ехали обратно, то ли только по другую сторону. А правда говорят, что байкеры туда едут, ну, по-байкерски такие, а обратно такие уже воцерквленные, успокоенные, умиротворенные. Но мы встретились у этой, у трапезной, причем она в таком, в малюсенькой церкви с такими интересными куполами, там звонница красивая. Вообще место очень зачетное. Если кто-нибудь когда-нибудь поедет, обязательно нужно заехать. И, в общем, неплохо перекусили за очень недорого. И помчались дальше. Вот проехали Аланец и попали уже на вот эту дорогу, которая идет вдоль озера. Но пока мы до нее ехали вдоль речки, и деревня на деревне. То есть вот ты выехал из деревни, заехал в другую. Потом они наконец-то кончились. Везде там 40-60, везде камеры висят вообще. На мотоцикле, конечно. Вообще на трассе много народу? На этой трассе нет. На этой трассе она не популярная, потому что, ну, она никуда практически не идет, кроме этих местных деревушек. Но зато там есть такие места, где ты выезжаешь прямо на пляж и едешь чуть ли не по пляжу. И хочется все время остановиться и искупаться. Просто завораживающие виды. Слушай, было есть же по жарко дороге, же было. Было очень жарко, да. Но кондиционер выручал. Есть по дороге, значит, финские окопы времен Второй мировой войны. Потом, значит, проехали Уксус. И после этого Уксуса, ну, там уже финские названия все кругом. Мы поехали, значит, уже Ладогу видно, значит, населенные пункты справа-слева, потрясающие виды. И вот это вот началась дорожка вот с этими извилистыми штучками. И мы ехали в отель с отелями, там вообще проблема. Они в смысле все... много или в смысле нету? Их много, и они все очень дорогие, просто космически дорогие. Вот, но мы нашли один кемпинг, называется кемпинг у Рауталахти. Это на Ладожском озере, между времена года. Это такой очень крутой, много деревянных домов, мельниц там сделано.
там самый дешевый номер, вот, самый вообще просто вот бюджетный 9500 за месяц, за день. Это просто такой барак, и все, ага. В общем, покрашенный вишневой краской, и вот вышел. Ну, в общем, лег, и номер закончился. Вот. А дальше есть форелевое хозяйство. Красивые домики, но они почему-то не сдаются. Там то ли рыбу можно есть, и там прям магазинчик. Есть, продается рыба. И вот между, если ехать в сторону Сортавала, с этой стороны, то между 7 времена года и форелевым хозяйством вот этот как раз находится такая лодка, вкопанная в землю, такая а-ля финско-карельского стиля. Место хорошее, да, немножечко так все скромно, но за 3-4 тысячи рублей можно спокойно поселиться, и байки есть где поставить. Смотрите нашу видеотрансляцию. Во-первых, красивый Алексеевич, свежий пост, день рожденный, и замечательные фотографии, которые он предоставил для этого эфира. Вы слушаете Моторадио, мы продолжаем эфир с участием Алексея Марченко, который сегодня рассказывает нам о своем путешествии не на мотоцикле, но от этого впечатление не меньше, если не больше, вокруг Ладожского озера. И, Алексеевич, да, прошу, давай продолжим. Да, давайте остановимся на городе Сортавала. Первое упоминание было в 1468 году, ну а городом он стал в 1632. Вот, вообще это такой город шведско-финско-русский. Русское название Сердоболь. Да? Да, еще там себе. Очень запутанная история, мы ее не будем пересказывать. Кому будет интересно, почитайте. Но да, финским он стал с 18 года по 40-й. Вот. А потом, значит, опять стал российским. Финны на поезде последние уехали в 45-м году. Вот. И там заселили это места со всех регионов России. Вот. Там до сих пор проживают финны. И это маленький Выборг. Ну, он совсем не похож на Выборг, но это вот прям ты ходишь местами прямо в Финляндии. Да? Да, там какие-то костелы есть, там красивые там деревянные домики, там деревянная там пожарная часть, и все они в таком состоянии не очень хорошим, но... Слушай, а цивилизация присутствует? Да, там магазин есть, Пятерочка, все, магазин все, Перекресток, все есть, интернет, все есть, свет. Вообще, современный город, местами хороший асфальт, местами делают, местами плохой. Ну, угу. Все нормально. Но сама дорога везде отличная, кроме там участочка на Ладоге 4 километра, там со скоростью 40 можно проехать. Ну, там 2-3 километра. Угу. Это... А все остальное вообще отличная дорога. Вот. И в этом городе Сортавала достопримечательности такие. Ну, там есть музей, конечно, можно посетить. Значит, набережная красивая с памятниками. Там же есть Валаамский порт. Там оттуда все паломники уезжают. Можем остановиться на нем, на этом порту. Значит, если хочется съездить на Валаам, что я и сделал, платная парковка, 15 минут бесплатно и 300 рублей в сутки. Угу. Вот. То есть приезжаешь, взял талончик, паркуешься. Взял талончик, а на выезде сидит человек в будочке. Ты этот талончик дал, он его как-то просканировал, воткнул, и все, шлагбаум открылся. И более-менее безопасно. Ну, то есть, как бы машина, то есть, она не выедет. И на ней фотографироваться не будет. А с мотоциклом там нету загородок никаких, только поребрик, там люди ходят по этой площадке. Там же паркуется паровоз. Вот это мне вообще очень понравилось. Паровоз. Просто стоит два ретро-вагона и паровоз 1905 года. Я подошел... Еще императорской дороги. Он говорит, этот паровоз еще Николая I возил. Я, значит, выдернул этого чумазого, значит, этого паровозника и говорю, что это такое? Он говорит, это трамвай. Я говорю, да ладно. Он говорит, у нас такая фишка. Трамвай ездит по городу и везет до вокзала. Но при этом это паровоз полноценный. Это прям паровоз с двумя вагонами, но он работает как трамвай. Причем мы, когда ехали туда, он перед нами такой паровозник этот вышел, нажал на кнопку, загорелся опять зеленый, он сел и поехал дальше.
И я такой говорю: слушай, а как это, что это? Я говорю: а можно прокатиться? Он говорит: 2000, два человека, поехали. И я жене начал предлагать, и она сказала: да что, я тут всем в желто-белом, вся красивая такая, ты меня в паровоз. За 2000. Да, и я такой: еще и платили. Думаю, если я уеду... Ну что такое, Алексеевич? Так. Я думаю, если я уеду далеко, как мы потом найдемся? Вот, и самое интересное, этот паровоз приходит на вокзал. С этого вокзала в Русские Алы ходят три паровоза. Три в 9 часов, в 10 там что-то и 10:30. Подожди, на паровой тяге настоящие? Да, они идут в Русские Алы. Они Русские Алы. Называется так как-то. И он приезжает прямо туда, значит, там есть специальные... Причем машине ближе, а паровоз идет 50 километров целый час. Угу. Час 10, по-моему, идет. Вот, и ты ходишь целый день по Русским Алам этим, а потом возвращаешься в Сортавало. И, в общем, такой маршрут, ну, интересный. То есть, вот, когда эта штука едет по городу, и мы катались по городу, чтобы изучить его, и вот это все время этот гудение, вот это пар, вот это, вот, просто все сразу срываются, начинают фотографировать, не понимая, для чего им это надо, потому что ничего все равно не понятно, все в дыму, но очень это... Интересно, как бы. Погоди, погоди. То есть ты приехал, запарковал машину в безопасном месте. Мы говорим про порт, из которого кораблики, паромы идут на Валаам уже, правильно? Да. Все, значит, самый ранний метеор. Если хочется быстро попасть, это самое лучшее. То есть все лодки, нам сразу в нашем этом отеле администратор сказал: берите в этот... Метеор. Метеор со всеми экскурсиями и с обедами. Говорит, не берите этих частников. Они вас привезут, вы там как дурачки, говорит, походите, ничего не поймете и уедете. И вот, и поэтому мы, значит, взяли, значит, сама поездка туда-обратно 3800, по-моему. А так все включено. Как бы езда с экскурсией, с обедом и с ездой на автобусе по острову, острову, потому что он 10 километров на 7, там примерно такое расстояние, там замучишься ходить там. Вот, и с обедом это по 5000, по-моему, с человека. Вот, турагентство, как бы такое. То есть стоило оно того? Вообще просто. Ну, я никогда не был на Валааме, но. Это стоило. Ну, там уже все видно, так изменилось, все отремонтировано. Ну, есть еще, конечно, проблемы. Но вот этот сам вид на этот, когда метеор несется и остров приближается, все там купола горят, это такая эйфория. Так накрестился там так, что потом пошел купаться и тоже начал креститься, потом нырнул. Блин, вообще-то впал в раж. Такой паломнический вообще маршрут был незабываемый. По таким местам походили. Красота. Экскурсовод была вообще просто зафаначенная своим островом. С таким удовольствием рассказывала всякие мелочи, всякие эти благостные. Ну и там были трагические моменты на этом острове. И там до сих пор еще финские доты и дзоты стоят. Вот. Но тем не менее, поездка на один день. То есть 3 часа обратно. То есть 9 туда, 3 часа обратно. А чем в монастырь пускают? Конечно, в главный, конечно. В все, да, там и хор мы слушали. Но он же действующий, да? Все. Да? Ну, там есть места, которые не пускают. Угу. Но туда никого не возят. Там монахи там, видно, молятся. Но нас перевезли на другой остров. Воскресенский монастырь такой. Там еще есть один причал, потому что этот причал для метеоров. А тот причал уже там глубина там 30 метров, а дальше там 300 метров. Угу. Вот, и там уже такой лайнер стоит, прямо из Питера приехал, тоже огромный. А здесь основная усадьба называется. Вот, у нее там глубина там всего 7-8 метров, поэтому только метеоры и такие небольшие всякие баржечки туда могут приплыть. Вот, так что, если поедете когда-нибудь в Сортавал, не забывайте заехать на Валаам. Это самое близкое место. И самые быстрые, 45 минут, ну, вообще ни о чем.
еще там достопримечательность есть, значит, гора Саала, как-то называется. Блин, я забываю, как ее. Ну, в общем, 400 рублей вход. Деревянные помосты. Это вообще страна деревянных помостов. То есть, куда бы ты ни пришел, в Русские Алы, там все деревянные помосты, на водопады или на гору, везде, чтобы не портить природу, потому что земляной слой очень маленький, потому что там одни камни, и чтобы там не утаптывали, делаются такие экологические тропы. Поднимаешься на гору, там были поселения древние всевозможные, и оттуда шикарные виды. Встретил трех байкеров из Питера, поселились рядом с горой. И еще одно, значит, вот у меня есть брошюрка такая, билет. Насчет билетов сейчас расскажу. Билет «Бастион». Это новодел на красивейшем месте на берегу Ладоги. И здесь есть крепости, есть Вторая мировая война, Средневековье. Прямо выстроенные крепости в натуральную величину, со всякими локациями. То есть я зашел туда, и мужик с детьми, с женой, значит, я говорю, вам понравилось? Вы долго здесь были? Он говорит, целый день. Но я за 20 минут все это бежал. Там хорошо тем, что можно покататься на лодке викингов. Их там две или три штуки стоит. И под парусом, как викинг, значит, рыцарский зал на тебя все одевает, все рассказывают, зачем, что надо. Тебя одевают в эти одежды рыцари, шлемов там десятка три, наверное, мечей всяких. Ну, там типа развлекуха. Хорошее место, если будет время, обязательно заедьте. А с билетами очень забавно. У меня чернобыльское удостоверение. И везде бесплатно, кроме Русские Алы. Значит, но там другая фишка. То есть там не действуют никакие эти льготные, не знаю, ну, может, там частная территория. Но зато тем, кому после 60, скидка что-то 30%. А билетики там, блин, не дешевые. Не дешевые. Но, значит, выдвинулись мы в последний день в Русские Алы. Нам Серега Каштанов посоветовал, говорит, не проедьте мимо случайно, там справа есть водопады, в которых снимались «Зори здесь тихие». Вот, водопады действительно, блин, потрясающие, очень хорошо сделаны тропы и подвесные мостки. И ты по этим мосткам ходишь, это все колышется, качается, вода шумит, шум. Ну, красивое место, не зря остановились, тоже стоит денег. Но я бесплатно. Пенсионерам там в полцены, что-то такое. Местному населению, кстати, там скидка большая всегда во всех музеях. Вот. То есть, ну, я сэкономил, не знаю, 1005, наверное, на эти музеи. Ну, 3-то точно. Потому что... И вот даже в Русских Алах мне это скидку, нам с женой сделали скидки, потому что мы больше 60. Слушай, я так понимаю, что, по крайней мере, половина у нас сейчас трассы тобой описана, да? Или уже мы как бы круг завершаем? Не-не, мы сейчас, значит, эта трасса идет по кругу, а Русские Алы надо немножечко на север подняться, там километров 17 наверх. Это обыкновенный карьер. То есть ты подъезжаешь, огромная площадка, во-первых, с хорошим туалетом, с кассами. И с подъем наверх. Кассы – это нечто. То есть туда подходят люди и впадают в полнейший ступор. Потому что список услуг. Разобраться без пол-литра невозможно. Просто там столько написано, и люди... Казалось, ну что, купили билет, идите дальше. Перед тобой три человека, это полчаса.
Просто полчаса будешь ждать, потому что человек выбирает. Все засовывают туда головы, ага. Начинают, а куда, а зачем, а почему, а как. И потом, значит, тебе выдают вот такую вот такую инструкцию вместе с такими вот билетами. И вот с такими штуками. И ты нам в ходе там все это показываешь. Штука на самом деле потрясающая. Вот, честно говоря, все гениальное просто. Ни разу не заблудились. Все предельно понятно. Все точечки читаешь и по нему, как это, по маршрутному листу ходишь туда-сюда. Сперва не понравилось, потому что нас сказали, сходите в мраморный карьер. Ну, это реально просто карьер, блин. Просто, ну, просто выдолбленные камни, и ты так думаешь, ну вот, здрасте, привет. Чего я сюда пришел, да? Да, и чем дальше ты идешь по этому... Ну, это реально карьер, просто они так красиво затопили их, все облагородили, сделали площадки. Значит, мы не попали в подземную часть. Там есть экскурсия, 2100 рублей с человека. Без экскурсии туда нельзя. Это ты ходишь по таким понтонам, по воде, там туннели нарыты. Самая красивая считается, но и самая дорогая экскурсия. И вот чем раньше ты приехал, тем больше шансов, что туда попал. То есть туда вот так вот заскочил и везде попал нереально. Все по расписанию. Поэтому, говорит, в 2:30 долго. Потом еще целый час там или полчаса тусить там. Это мы в Питер не успеем. Ну и нам эта тетечка посоветовала, говорит, возьмите платформу, которая плавает по вот этому каньону. В каньон заполнен водой. Вода прозрачная, видно все камни там на дне, куча уток и еще с заплыванием в пещеру. В билетик, причем цена очень гуманная, 450 рублей. Ну вот это вот, это стоит того. То есть 450 рублей, вот это первый раз в жизни я отдал. Недорого. С удовольствием, потому что восторг неописуемый. Значит... Тоже по расписанию, по времени. То есть ты подплываешь, следующие. После нас поплыли аквалангисты. Там еще есть дайвинг. Еще есть такая штука, тебя вешают, и ты летишь через весь этот каньон с бешеной скоростью, и тебя там ловят. Я и напомню еще есть тарзанка. Слушателям, что вообще-то это рассказ о путешествии Алексеевича вокруг Ладожского озера. Да. И там мы еще не дошли даже до половины, а время скоро у нас закончится. Но ничего страшного, продолжим когда-нибудь, да? Там я увидел... Помнишь, я рассказывал историю, как индейцы продают камни? Да, совершенно правильно. Вот, и я увидел тут телегу. Стоит телега, значит. Такой небольшой карьерчик. Стоит телега. И на этой телеге камни. И издалека я думаю, опа, так у нас тоже камни продают. Ну, мраморные. Ну, тут я ошибся, конечно. Я даже девушке, которая там... работает, вот, да, вот в этом месте. Вот эта долина, и рядышком стоит телега с этими камнями. Не можно будет купить. Я подхожу, а нет, наши камни, во-первых, дешевле, а во-вторых... Чем американские, да? Да, в американских ничего не написано, просто индейцы продают камни. То есть на столе кладут камни, у них ничего нет, ничего не растет, они живут на щебне. Вот они продают щебень, короче. И $10, просто камень, камень побольше $20, а камень с историей, значит, $30. Вот. А тут у нас и раз смотрю, а они с рисунками... И там такие красивые рисунки, все на всякую тему. Причем это такая комнатка, где девушка сама сидит и выпиливает эти все надписи, рисунки и так далее. И пилит этот мрамор. Это все на мраморе. Вот. Ну, давайте про Рускала закончим, потому что на самом деле туда надо ехать. Сколько бы ты про них не рассказывал, это бесполезно. Но там прошел 10 метров. И потом что-то интересное. И 10 минут фотографируешь. Да, прошел 10 метров, и опять фотографируешь. Думаешь, да уже задолбало. И мне руки сами выхватывают фотоаппарат, и понеслась. Вот, и потом, значит, мы помчались в сторону Питера. И единственное, ну, самое живописное, это была вот дорога до Приозерска.
Ну, просто потрясающая дорога. Просто завораживающая. Обалдеть. А на выезде из города мы видели табличку «Бронепоезд». Такой бронепоезд. Крест направо. Пойдем посмотрим, да? И, короче, заезжаем прямо на вокзал, на перрон, на машине, и прямо упираемся бампером в бронепоезд. Реально стоит нормальный бронепоезд, весь покрашен с пушками, с пулеметами. Написано: по бронепоезду не лазить. Мы не лазили. Ну, сфотографировались. Ничего особенного, но прикольно. Но это вот. Сейчас точно не военная тайна была, нет? Это музей. Ага. Вот. И последняя достопримечательность – это Приозерск. И в Приозерске есть крепость. Крепость Карела, Кексгольмская крепость. Там стоял Кексгольмский полк. И я всегда был уверен, что то, что я всегда видел, это и есть крепость. Нет, это небольшой фортик, а крепость стоит рядом, и на ней уже просто жилые дома и всякие это инфраструктуры. Просто крепости нет на этом фундаменте крепости. Это как бы на речке Вуокса, и вот на литографии там есть то, что это все было залито водой когда-то. Потом, видно, вода спадала, и крепость осталась как бы такая. Что ужасное. Ну, то, что это стоит 200 рублей, но я за них не заплатил, потому что это как бы ветеринар чернобыльского этого сражения. А жена заплатила. Ты заходишь, а ничего нет. И никуда нельзя. Вот когда лет 30 назад там был, я лазил везде и по всем стенам ходил. Здесь даже вокруг нельзя обойти. Все загорожено какой-то ленточкой. Причем ленточка такая похабная. Ты даже крепость сфотографировать не можешь, потому что вся она в ленточке. Это столбики. Крепость немножко разрушается. Там, где жены этих наших бунтарей жили, и там, ну, была тюрьма. Декабристов, что ли? Нет, нет. Емельяна Пугачева или... Кто у нас последний был? Стенька Разин, Пугачев. Последний. Кто у нас последний был? Вот там последнего семья вся была заточена. Вот. Ты не можешь подойти к этой башне, не то что войти в нее, ты даже подойти к ней не можешь. Посередине крепости стоит деревянный забор такой, и вот фотографируй. И в обыкновенном таком почти современном здании музей 10 метров туда, 5 сюда. Вот тебе 200 рублей. Да, и все. Ну, там что-то лежит, конечно. Давай на позитивной ноте закончим. Блин, нет, меня расстроила крепость, вообще расстроена. Я такой, с такой радостью на нее ехал. А реконструкция. Я говорю, а когда начнется, неизвестно. А зачем уже закрыли? Опасно. Ну, в общем, крепость есть, смотреть нечего. Вот это расстраивает. Хотя там газончик есть... Жалко, что даже по кругу не зайти. Там красивые просто ворота. Перед ними был мост. Вот, и все. А дальше спокойно нажимаешь и погнал. И чем ближе к городу, тем дорога ширше, ширше, ширее. И уже влетаешь на Крузную. И все, путешествие закончилось. Ну что, тогда, во-первых, тебе огромное спасибо за интересный рассказ. Поздравляем тебя еще раз с днем рождения. Будь здоровый, красивый, высокий, богатый, какой ты есть. И напомним, что это была программа «Байки про байки». Не совсем про байки сегодня, а скорее про путешествия. Ну, слушайте, мы же для чего мотоциклы покупали? Для того, чтобы иногда про них и не рассказывать вообще-то, да. Алексей Марченко в эфирной студии Моторадио, за что ему большое спасибо. До новых встреч, удачи нам всем и счастливо. Всего доброго, до свидания. Моторадио представляет...